Здравствуйте. Чувствуете новогоднее настроение? Нет. А вот так? А вот так? Ну, тогда я приглашаю вас заняться покупкой подарков. Бывает, что этот процесс не доставляет приятных ощущений, но только не в гипермаркете. Наша программа облегчит вам эту сложную задачу, а хорошо выполненное дело всегда повышает настроение. Смотрите сегодня, как выбрать новогодний подарок для родных и друзей, а также елки и елочная мишура. Создаем новогодний интерьер. А посмотрим-ка данные статистики за прошлый год. Так интересно. Оказывается, что без подарков в прошлом году осталось около трети россиян, а каждый пятый никому ничего не дарил. Нет, это безобразие. Вокруг такой выбор. Вот просто иди, смотри и обязательно уткнешься в какой-нибудь подарок. Ну вот, например, фильтр для воды. Полезная во всех смыслах вещь и по цене вполне доступна. Дарить знакомым стационарный водоочиститель рискованно, вдруг у них уже есть. А такое кувшинного типа пригодится в любом случае не для дома, так для офиса или для дачи. Принцип действия весьма прост. Вода самотеком из одной емкости переливается через фильтр в другую. Среди плюсов можно отметить простоту использования и универсальность. Подходит? Подходит. Пошли дальше. Так, а что у нас здесь рядышком? Отдел посуды. Кружки – один из самых традиционных подарков как близким, так и коллегам. В хозяйстве вещь всегда нужная, к тому же простор для фантазии. Кружки могут быть как классические, элегантные, так и с веселыми надписями. Так, что еще в этом отделе нас может заинтересовать? Вазы для цветов. Классический подарок. Может быть положен под елочку как любимой тете, маме и бабушке, так и вручен коллеге по работе или хорошим знакомым. Так, а что у нас здесь такое? Светильники. Замечательно. Вот такая переносная лампа, которую легко закрепить на полке. Отличный подарок. Кстати говоря, и стоит недорого. Такая настольная лампа, конечно, для любителей классики. А это детский светильник. Смотрите, как оригинально. Кстати, не обязательно дарить ее самому ребенку. Приходите в гости к знакомым, у которых есть потомок подходящего возраста, и вручаете подарок родителям, и все довольны. Кстати говоря, если к подарку будут прилагаться еще и запасные лампочки, вы наверняка получите звание «Самый предусмотрительный друг». Побольше. Отличный презент для мужчины – фонарик. Если вашего супруга в первую очередь интересует яркость свечения, берите фонарь с ксеноновой или галогеновой лампой. Но чемпионы по длительности свечения – светодиодные фонари. Едем дальше. Что это? Горшки для цветов? Предмет радости практически любой женщины старше 30 лет. Чтобы продемонстрировать знание предмета, при выборе горшка обратите внимание вот на что. Горшки должны быть правильной формы. Самые удачные – круглые. Ведь цветы следует иногда пересаживать. Из таких горшков проще извлечь растения. Второй закон – соответствие горшков интерьеру. На любом подоконнике очень выигрышно смотрятся горшки в цветовой гамме от желтого до оранжевого. Они будто бы прибавляют света в помещении. Совсем близким людям – жене, мужу, брату, сестре – можно подарить что-нибудь из косметического парфюмерного отдела. Как правило, в праздники здесь можно подобрать подарочный набор – туалетную воду, шампуни, кремы. Если с финансами уж совсем не густо, можно ограничиться хотя бы дезодорантом. Они представлены в виде спрея, шарикового дезодоранта, стика, геля, крема. Что касается запаха, если вы дарите дезодорант действительно близкому человеку, то его вкусы вы знаете. Ориентируйтесь на них, а не на собственные предпочтения. И все это – лишь малая часть возможностей гипермаркета в плане подарков. Приходите сами и ориентируйтесь на местности. Внимание! С 24 по 30 декабря гипермаркет работает круглосуточно. Ближе к вечеру. В основном ближе к 12 часам мы дарим. Дарит подарки в основном после 12. Под елочкой. После боя курантов. Прям в сам Новый год. Под елочкой. Ну, если семья все вместе, то, конечно, под Новый год стараемся непосредственно, когда там куранты бьют. Но если встречаем Новый год не вместе, то заранее, наверное, 31-го, ближе к вечеру. А вы заметили, что елочные игрушки стали биться намного реже? Видимо, материал стал прочнее. И это даже жаль. Вот так захочешь купить себе новых игрушек, а дома еще старых полно. Но не будем отказывать себе в удовольствии, ведь в конце концов, елочные игрушки можно приобрести и в подарок, но сначала о елке. Ряды поклонников искусственных елок растут с каждым годом. Большой выбор предлагает и интернет.
Елку вам могут прислать, но потрогать все своими руками и увидеть своими глазами все же лучше. Есть разные способы крепления елочного каркаса, но все они не требуют какой-то специальной подготовки. Елка собирается за несколько минут. Среди преимуществ искусственного дерева то, что ветки не прогибаются под тяжестью игрушек. Срок службы 6-9 лет, но на практике гораздо больше. Всегда уточняйте, из чего сделана подставка – из металла или пластика. Если рядом будут находиться дети или домашние животные, в избежание несчастного случая проверьте, удержит ли подставка полностью украшенную елку в вертикальном положении, без наклонов. Анекдот. Внимание, в продаже появились поддельные елочные игрушки. Блестят совсем как настоящие, но не веселят. Что будет веселить вас в новогоднюю ночь, решать только вам. Приходите и выбирайте. А вот выбирая, стоит обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего, игрушки стоит подбирать с учетом размера елки. Согласитесь, вряд ли миниатюрные шарики или небольшие фигурки будут гармонировать с двухметровой елью. Материал может быть разным – стекло или пластик. Долговечный, конечно, пластик. Но, на мой взгляд, это из разряда тех, которые не веселят. Некоторые предпочитают елку, что называется, оформлять. То есть не вешать на нее все подряд, создавая пеструю смесь, а игрушки подбирать строго по цвету и по форме. Например, елка, украшенная синими и серебристыми шарами, будет смотреться очень стильно. Для этих целей игрушки стоит приобретать наборами. Как всегда, в отделе елочных украшений можно найти что-нибудь и для собственного украшения. Маски, детские карнавальные костюмы. Можно даже раскрасить лицо и превратиться на ночь в тигра. Специальные краски в новогоднем наборе. О, чуть не забыли, новогодний набор. Обязательно положите под елку набор конфет. Праздник, хотя бы для детей, должен быть сладким. Притом желательно не только на Новый год, но и на Рождество. Пиротехника может доставить как веселые минуты, так и неприятности, поэтому приобретать ее лучше в магазине. Обязательно украшаем квартиру новогодними гирляндами. Они часто выходят из строя, поэтому не забудьте купить парочку про запас, чтобы какая-нибудь комната не оказалась вдруг без новогодней атрибутики. Внимание! С 24 по 30 декабря гипермаркет работает круглосуточно. Ну вот и все. Подарки выбраны, елка не забыта, игрушки погружены. Самое время для нашего опроса. Не знаю, апельсины, может быть, мандарины, конфеты. Всякое разное, начиная от косметики, парфюмерии, все можно. Красивую елочную там какую-нибудь упаковку, просто подарочную, какую-нибудь загадку там загадать в бумажке. Коробочку с кольцом. Забавное наблюдение. Когда подходишь к выбору подарка с душой, а не формально, всегда появляется соблазн оставить его себе. Не поддавайтесь на провокации. Берите вещь в двух экземплярах. В следующий раз мы поговорим об оригинальных кулинарных рецептах и о том, какие продукты для них нужно выбирать. До встречи в новом году в гипермаркете!